С вами канал Автомечтатель, и сегодня у нас не запланированный тест-драйв. Почему он не запланированный? Потому что мы видим, едет тачка такая в городе, которую практически никогда не видно было. Мы такие: на обгон, чувак, тормози, дай, пожалуйста, машину снять. Чувак оказался достаточно офигенным малым. Сказал: ребята, вообще без проблем, поехали, только я еще ополоснул и будем снимать. Мы говорим: нет, нет, пожалуйста, не поласкивай, не надо, стой, давай мы хотя бы немножко в салоне заснимем. Короче, мы приехали на мойку, сейчас он ее помоет, и мы будем полноценно снимать этот автомобиль. Ну а пока мы в салоне, расскажем немножко свои ощущения, потому что машину я первый раз такую вижу, как бы. Это Рено у нас, Рено кабриолет. Крыша... Купе, да. Крыша складывается, сейчас это вы тоже все увидите, ну а пока что мы в салоне. Ну давай. Ну как у нас, Рено у нас прикалывается, у них есть бесключевой доступ, карточка старт-стоп. Тут, да, кадр, он забрал, его нету у нас. Мягкий пластик. Он подумал просто, что мы ее можем угнать. Он не поверил, что мы тест-драйвщики. Ну, в общем, по салону, как обычный Меган второго поколения у нас. Машина 5-го года. Что мы смотрим тут? Ну, слушай, ну это недалеко не Меган, я бы сказал. Ну, это Меган просто. Это Меган Люкс. Меган Люкс, да. А все это тут вот. Который все-таки, ну, нормально, достойно. У нас красная кожа. Кожзам, по идее, это, да? Ну, да. Все-таки кожзам. Кожзам это, да. Шестиступенчатая механическая коробка передач. Ну, такая вот мыльница магнитола, ничего особенного, как бы. Тут можно двудинную поставить, такую, которая... Очень, очень удобный руль. С него прям держишься офигительно. Прибавляется звук в мультимедии, по ходу, также поворотнички, все как всегда. Да-да-да. Карманы. Карманы. Офигительные карманы. Ручник у них вот тут офигенный. Как на оператор, взлет. Оператор, сними, пожалуйста, ручник. Сними, пожалуйста, ручник. Вот такой я вижу первый раз вообще. То есть на ней валить боком просто можно идеально. Ну а что, тачка, чтобы валить. Реально. Ну, конечно, передний привод, но все равно, чтобы валить. Регулировка зеркал у нас. Такая пимпочка. В принципе, очень удобно. Никогда ее не сломаешь, чтобы куда-то лезть. Очень удобно. Блок света у нас тут расположен. Покажу, там стеклышко, все как у всех. Тут не горит. Также на данном автомобиле установлена пневмоподвеска двухконтурная. Это выдает эти два манометра и две кнопочки. Ну тут покажем побочка, сама. Ну, скажем, что она не устанавливается. Нет, завода нет, тут устанавливались сами. Поэтому у нас она низкая машина, это будет видно. Сейчас у владельца мы спросим, где он это делал. Все, да, расскажем. Что по салону? Да, сейчас мы едем мыться. По-моему, погнали, мы расскажем. А то тут очередь. F4R 2-литровый, 135 кобыл. В паре 6-ступенчатая механическая коробка передач. Едет достаточно бодро и хорошо. Что интересно, автомобиль в 2003 году в Женевском автосалоне он дебютировал, то есть представили его народу. 80% деталей у него оригинальные. С Меганом второго поколения его только морда его выдает. Мой сбоку посмотрим, ну вообще никакой Меган тут рядом не стоит. Морда такая же.
Да как для всех меганов, у него крылья пластиковые, прикол у них такой есть. Что еще, поближе посмотрим. Что интересно, чтобы поменять лампочку, надо снять бампер. Также тут штатный ксенон, вот омыватель фар, не колхозный, штатный, светит нормально, кого не слепит. Так что, если видите ксенон на этой машине, это не говно ксенон, нельзя оператор нашего молодого человека винить в этом. Мы его сейчас позовем его в кадр, и он нам расскажет сам, что тут подвигать, какие проблемы он там встречались. Что он там менял, не менял, какие-то фазы газопределения, да, там у вас, звездочка? Вот, двигатель, как видите, двухлитровый, 16-клапанный стоит. Постоянная проблема с фазорегулятором, на них каждые 60 тысяч километров надо менять его, потому что дизельный звук дает. Ну, у кого есть меганы, те сталкивались с этой проблемой. И еще есть проблема, если у вас предохранитель какой-нибудь перегорел, это беда на трассе его достать, тут из-под пластика. Вот. И как бы вообще, если что-то хотите сами отремонтировать, это лучше это делать в сервисе, а не в гараже. Это тачка для сервиса. Да, да, потому что французы эти, да, беду наградили. Ладно, фиг с ним, с этими движками. Расскажи, как ты его, где ты его вообще приобрел, купил? Ну, пригоняли данный автомобиль из Германии, вот. То есть, получается, стоимость растаможки в 3 раза превышала стоимость самого автомобиля в Германии. Россия, вот. Да? Так что так, по нынешнему курсу это вообще можно забить. Смысла на нет, это. Короче, да, сейчас туда ездить, забирать автомобили. Расскажи, что делал. Сколько он у тебя вообще во владении? Ну, 2-й год уже во владении, меняли только сцепление, вот этот фазорегулятор там с ремнями и по подвеске. В принципе, остальное все было в отличном состоянии. То есть, не оригинал ставил запчасти? Ну, запчасти какие-то оригиналы, но в основном смотрел, чтобы завод изготовителя совпадал с оригинальными. То есть ты, значит, заморочился по пневме, да? Да, поставили пневму, ездили в Питер, Work Air. Там контора есть. Как у него большая реклама. Питер, чтобы поставить сюда пневму. Вот смотри, да. История. Поехал за тачкой в Германию, за пневмой в Питер. Вот. Дальше покрасить. Такой чувак. Куда-нибудь еще другую. Вот. Дальше будем немного еще в краску уходить, в тюнинг. Пластик гиб хочешь? Да, пластик. Да, в резину облить ее. Там посмотрим уже, что будет. Ну так вообще, как вот тебе? По месту. В принципе, то машина на двоих только, да? Ну, машина на двоих, ну как бы ездим сзади. С друзьями, да. Можно сесть. Можно чуть-чуть подвинуться. Ну, как бы. Отрезать. Ну да. Багажник да. Положить. Как тут бы, большой багаж нет. для этого. Конечно, так много положительных эмоций, позитив от нее. То есть, в принципе, для проблем никаких, да, не доставляет. Зимой а ветер, можно. Вот как бы это меня всегда интересовало, ты едешь. Ветер. Ну, когда в дождь, даже свыше 40 км/ч, дождь не попадает в салон, едешь. Так. То есть все капли пролетают, там создается воздушный поток. Ага. Вот. Ну, зимой все точно так же, как в обычном Мегане, печка, все. То есть подогрев сидений, зеркала с подогревом, то есть все как в обычном Мегане, ничего нигде а не вот дует. По безопасности. Ну, если вот она переворачивается и крыши там, нет. Там стойки, они выдвигаются во время этого, так же как подушки срабатываются, задние стойки, ага. Где пассажирские сиденья. То есть, и, то есть получается, да, она ложится на эти стойки. Понятно. Вот. Ну а так что, билось, красилось, что такое? Ну, ничего? Красились, как обычно, бампера, все, угу. Ну, капот вот красился. Ну, как обычно, от все эти детальные, летит, да. Давай. Посмотрим объем данного багажника. Ух, нифига себе. Чего? Спи. Закрой. Больше, чем обычно, мне кажется, Мегане. Закрой, даже. А, давай, да, все, давай, давай, до завтра. Давай, до завтра. Диман спит пока. Мы еще немного посмотрим. Пневму мы пока только видно, как баллон. Ну а что там? Тут баллон двухуровневого пнема. Морда отдельно поднимается и отдельно попа поднимается. Тормозюльки тут, можно сказать, как наверное, от нашей 12-ки, 14-го радиуса сзади стоят. Ну, это как не спортивный автомобиль, поэтому тут не нужны большие тормоза. Тонировка легкая. Посадку посмотрим. В общем, как в обычном бегании, посадка. Все тут есть. Все как надо. Греет, холодит. Не регулируется. Ну, давайте еще пару слов скажет человек, который был в багажнике, о комфорте перемещения. Комфортно. Задних пассажиров. Нет, задним. Не, смотри. Мне кажется, задние пассажиры должны перемещаться именно там. Я всегда говорю, у меня рост 1,93 м.
если я сяду назад и ехать до Москвы, то я вылезу на руках оттуда. Давайте, залезь. Сейчас, давай попробуем. Сейчас, я. Вот, я поплею. Сейчас, я не буду мешаться. Давай, давай. Нет, я сел. Она даже не будет заблокироваться. Я, в принципе, сел. Если, ну, как... придется, то придется доехать по-любому. Еще одна проблема. Некуда голове здесь деться. Вот можно крышу убрать. Если человек будет поменьше, 1.65, 1.70, то вообще без проблем. Либо ребенок. Либо ребенок. Тут можно сесть и нормально ты поедешь куда угодно. Тут даже для локти есть подлокотники специальные. Такая карта тут, это даже не дверная карта, а как это назвать? Боковая дверь. Боковая, не знаю. Защита. Защита прям какая-то. Она реально толстая, огромная. И сиденье очень комфортный, под 90 градусов, то есть спина всегда у вас будет ровная и затекшая. Давайте выпустим его отсюда. До подзалонника я, к сожалению, даже не могу докоснуться. Ой. Рождение. Нет. Так. Какой год? Пятый год, да? Пятый год. Машина пятого года. Если отмотать 10 лет назад, то эта тачка... Она и сейчас будет цеплять. И сейчас? Да при чем тут цеплять? Я хочу сказать, что она охуенная. При чем здесь цеплять? Это хорошая машина. Мне она очень нравится. Она красивая. Тёлки, конечно, будут вестись тёлки. На кабриолете. Нет, прикинь, да, ты такой открыл верх такой по горлу. Нет, знаешь, сначала я морда Меган, думаю, фу, на Мегане. Не, как чувак нам рассказал, он был, короче, на выставке сейчас на этой машине недавно. Короче, была... автострада, город Тула, 20 августа будет в Калуге. И он такой раз ее там поставил, крышу снял, там чуваки такие ходят. О, нихуя, ты посмотри, как Логан затюнили, Логан, смотри, как без, его крышу без срезали. Крыши, купе. Да, не, если спереди смотреть, я не знаю. Ну, обычный Меган. Ну, не Логан, это все равно. Нет, обычный Меган второго поколения. Да. Ничем отличается. 250 тысяч обычный Меган 5-го года стоит, а это... Ну, какой такой, он все-таки надутый. Да, мне кажется, арки-то у него по-любому шире так здесь. Такие же, вообще такие же. Шире. Может шире быть, арки. Нет, но морда у него такая, у него дальше вообще. Пластиковые крылья, это диски сказал. 18, резинка у нас. А, ты для... показывал, что в багажнике расположен у нас. Нет, мы показывали. Баллон. Мы, ты мешался в данный момент. Мешался, ага, вот тут. Вот он. Баллон этот, который устанавливали в Питере. Ресивер. Ну да. Компрессор Беркут установлен, тут он спрятан, мы его не доберемся. Четкий буфер, масло. Масло, она говорит, ест на тысячу. На тысячу. 0,5. 0,5. Или литр даже. И 0,5, и ну, литр. Ну, как хочешь. Как поедешь. Ну, это Рено, это норма. Как я видел, да, там вывеска такая. Фонари за ней. Вывеска, в арт-сервис там. Пизду, елок, и царя зверей мы не ремонтируем. Не знаю почему, но... в нашей стране французов особо не любят. И вот на вторичке их можно дешево купить. Все Ситрояны, посмотрите, продаются достаточно... Ситрояны тоже можно. И Троянов. И Троянов, все можно дешево купить. Антенка идет такая? Антенка такая идет? Как она должна идти? Не знаю, может, мало ли поставили. Ну какая-то. Задний столб какой-то, прям выштампован отдельно для него. Ну это специально, ты когда летишь тут, прям, чтобы поток воздуха спускался. Давай. Что вам еще, ребят, сказать? Что мы не сказали? Начнем с этого. Ну, что? Уже темно. Ну, про клиренс говорить тут смысла нет, потому что тут пневма стоит. Так что тут клиренс какой... какой хочешь, такой и будет. Будет еще с ним много чего делать. Также владелец диски полирует, но другие 18 раз на широкий с полочкой. Потом фоточки в группу нам скинет, вы посмотрите, какие будет она на новых дисках. Он обязательно скинет. Мы уже запрягли его на это. А, да, кстати, ребят. Небольшая реклама. Она не оплачиваемая, но все-таки реклама. Хотя не знаю, может быть, когда-нибудь там что-нибудь там бесплатно. В общем, владелец данного автомобиля ремонтирует всю электронную технику. Так что ссылочка будет в описании с его там группой. Не знаю, есть ли у него группа, будет. И номер его также внутри, внизу. Ты скажи территориально, где он это делает? Город Новомосковск. Город Новомосковск. Улица какая там, забылся. Трудовые резервы. 42. Так что, ребят, кстати, я всегда чиню у него свой гребаный айфон, которым я уже замучил. Просто вечно, ладно, тест-драйв айфона будет позже.
Ну а с вами был канал Автозамечатель. Подписывайтесь на нас, ставьте давайте. Лайки. Лайки. Еще репосты. Что? Репосты. И все такое. На подвеску сказать, потому что сзади балка. Слышь, ты со своей подвеской, Марк Фестом, все, иди отсюда. Пожалуй, пошел, пошел вон.